Дети, моя защита, Аларабадара Халеке Терекинджанда, Майджан, Майджан, Айкютаре, кто боится нищенства, тот войдет в него, Аларики Чатур, Гурбанарике Тера, а кто не жаждет богатства, а ищет духовного, тот также найдет и получит. Айкютур, Айкютур, моя рука и моя милость, они будут над народом моим. Аминь. Как-то, что, ой, как быстро, не могу, мой мозг отключился, не могу. Кто ищет богатство, да, Коля, как было? Кто боится бедности? Нищету, нищету. Да, кто боится нищеты, в нее. Тот войдет в небо. В нее попадет, как бы, низами. С разными украшениями. Ударя Бадарахалран один другого лучше. А кому нужны эти внешние украшения? Кому они нужны? У Либедери Кетера. И кого они прельщают, дети? Вы должны в этом разбираться. Вы должны это понимать, что внешние украшения, они не нужны никому. У Либедери Кетера разве только тому, а Либедкайтера, тот, кто к чему стремится. Если он стремится к богатствам, его это привлекает, его это увлекает. Улипатара, но тот, кто имеет духа моего, Алибичатор Гурманара, того не будет это привлекать. Оно ему будет неинтересно. Он будет стремиться к духовному, а это все красота земная, земная, и она вам, дети, не нужна. Улипетера Халикетера, не стремитесь и не смотрите ни на кого, дети, смотрите на Христа. Смотрите на Христа, смотрите, о, окрашенные гробы. Алара Бадара Халари Кетера, какая польза и кому от этого? Никому пользы нет. Это погибель, погибель. Аминь. Аминь. Так и есть. Блеперебедери Кетери Кесантур Гурмадари Кетери Кесантур встали у берега и смотрите в воду. Не стойте бесполезно, не стойте, а нужна польза, польза нужна. Вы должны войти в воду и поплыть. Поплыть и усилия, приложить. Без усилий, дети, ничего не будет. Входите в воду и плывите, дети, плывите, прикладывайте, прилаживайте усилия. Аларабатара Халике Терекиндяндар, где будет на пути порог, где будет на пути препятствие, а с усилием вы его преодолеете. Вы будете прикладывать усилия, так вам ныне говорю, так говорит Господь Бог Саваоф, так, дети, говорю к вам. Прикладывайте усилия Аларибичан Тургормана Рекетера, а когда вы подойдете на берег, когда вы приблизитесь к воде и будете только ею любоваться, и чтобы кто-то за вас что-то делал, так не будет, дети, так не будет, так и будете стоять Аларибичан Тургорманара, покуда не подойдет враг, враг не подойдет и не схватит вас, и не понесет он пучину. А я так не говорю, дети, а я говорю, подошли к реке, вступайте смело в воду и плывите с усилием и с преодолением всяких препятствий. Так говорю к вам, так, дети мои, я ваш Бог живой, меня слушай, народ, и вникай в слово мое. Аминь. А ну-ка, давайте-ка над этим чуть-чуть.